Итак, друзья, мы находимся на традиционных пасхальных играх у Ильи Овдина, где он сразится сегодня с Моспечио за звание лучшего, кто умеет делать вкусняшки на Пасху. Итак, сейчас мы представим вам наших бойцов. Итак, здравствуйте, Евгений, что вы думаете о сегодняшнем мероприятии? Я думаю, что мы сегодня замешали тесто, побили его нормально и будем печь крутые куличи и кручевые улюхи. У вас есть какие-нибудь особые приемы для того, чтобы бить куличи? Да, конечно, дрожжи. Отлично, отлично, дрожжи. Посмотрим, что у него выйдет. И изюм, 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 дрожжи, изюм, дрожжи, дрожжи, дрожжи. Итак, мы на традиционном батле по пасхальным яичкам. Итак, это Илья, у него есть свои приемы, и он нам сейчас немножко об этом расскажет. Да, во-первых, у нас есть свои яйца, и отлично. Сегодня мы будем их красить. Помимо всего этого, мы будем печь куличи. Отлично, и как настрой? Боевой, как всегда. Отлично, поехали. И сейчас, да, начнется битва, и мы посмотрим, кто же круче, Моспечь или Илья Овди. Вот так вот, Моспечь и Сон Каминь Овдина, вот так вот подготавливаются к Пасхе. Смотри, какое яйцо. Ничего не покупаем, да. Огромное. Она еле выдавила из себя его. Пойдем посмотрим, кто выдавливает. Пойдем, да, кто выдавливает. Только в лицо не надо. Вот этот человек... Вот эта птица помогает сносить эти яйца для того, чтобы... Нет, ты меня давай все это... Чтобы мы в Пасху кушали. Никто твоих кур не трогает, все нормально. Спонсор сегодняшней рубрики — яйца для Пасхи, данная курица. Какая же им порода? Ну, серая русская. Серая русская, да. То есть ты спонсора захерачил, да? После этого видео надо сразу это... No, no te quiten la chancleta. Короче, мы готовим, мы приготовили тесто дрожжевое, да? Да, наверное. А что в него входит, не помнишь? Яйца. Яйца, которые мы из-под курицы собирали. А где же яйца? Короче, мы сейчас это тесто запускаем. Мне достался этот прекрасный казан. А у тебя... Что ты вот этого, знаешь, ты что? Ну, тут это еще. Блатная, да. Надо маслом смазать, главное. Главное смазать маслом. Подожди, у нас есть еще изюм, надо добавить. В общем, у нас не кулинарное, у нас развлекательное. Нет, да. У нас не... Как может быть кулинарное, когда... Как может быть кулинарное, когда... Просто кулебяку делает. Где там это, битва шефов? На, по-братски. Кулебяка с изюмом. В общем, Илюха будет готовить в печке от компании Везувий, как она называется, это Помпейская печь. Помпейская, да. А мы будем готовить в печи от компании Моспечь. Да. Она уже согрелась. Давай, Крис, там держись за нас, там это, кулаки держи. Да, да, да. Да. И это, пергамент не надо? Не пользуйся дома. Новый купили под этот проект, под этот батл. Тесто любит, чтобы помяли. Ну все, мне кажется, у меня изюм уже равномерно. Все, у меня тоже. У меня вообще прям прекрасно. Я сейчас возьму эту салфеточку, маслом промочу и вот так вот по стеночкам размажу. Ну, у меня все. Говорил, две трети на два. Сейчас, погоди. Воды подымет? Ну, он подымет. Не, ну все. Ну как бы, что надо еще сделать? Подожди, в тепло. Оно чуть-чуть сейчас выровняется, разойдется. А, ну давай. Мы пока яйца покрасим. Давай. Давай. Отварим. Один яйца. Тоже там. Вот вы. А, вот же я принес. Ну что, с Пасхой? Давай. Да. Не, ну давай так. Вот так. Не, ну он так не делает. Все. Яко. Не, ну вот я не думаю, что она вот на эту херню на двух сторонах. Да не, ну какой. Ну а почему он сюда поп? Да, 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 так и есть. Да.
Ну что, яйца готовы, красивые, вот такие сочные, смачные. И теперь... Тесто что? Готово. Поднялось. Поднялось. Погнали. Идем, да. Загружать его. Баттл продолжается. Да, мини-русская печь и в печь Везувий. Посмотрим, кто выиграет. Вот, ни хрена. Смотри, какая сдоба. Не каждый короче, хозяйка все, так сможет. Пора загружать печь, а мой там что? Смотри, не, нормально. Вообще, караван нормально. Все, погнали грузить. Короче, Илюха загружает в это, да? Да, я загружаю Везувий. А там, наверное, раздвинуть надо. Не... Что? Да, ходи. Пойдем тебе загрузимся. А там не факт, что там можно. Ну что, Илюх, твое детище. Да. На самом деле, мне очень нравится, что у нас не батл, а такое совместное производство. Давай. Че давай? Суй! Мне кажется, это фейл. Мне кажется, эта крышка взлетит нахрен. Ждем сколько? 15 минут? Да, как пойдем обычно? Шашлык вон у нас. О, шашлык у нас есть. Да, да. Деревянная ручка. Сгоревшая. Почему? Это... Это... Это круто! Это стиль. Как это, барнхаус там или да, это, да, понимаешь, да. Это все в таком стиле. Лов! Это кулич. Вызов всем тем, давайте, да. Кто там. Кто там. Кто? Да. Мы здесь. Кто здесь? Я, Мос, Печь, мастерская камина. Готов? Готов. Подожди. Ни грамма теста нету. А? Не прилипло. А это что значит? Это что значит, надо делать печи? Это значит, что мы с Илюхой охренительное тесто замесили. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde, y tú que no llegas. Итак, в конце вечера хотелось бы узнать у наших... Ребят, знают ли они, как выглядят вообще куличи? Сейчас у них спросим. Жень, ну ты Куль... да что? Блогер со стажем, говори. Ну, собственно говоря, мы изготовили куличи. Это мини русская, это Везувий печи, да? Собственно говоря, у тебя получился интересная форма. Это наше видение, то есть каждый... Скульптор творит по-своему, да? Вот, а это, собственно говоря, из Моспечи, из Казана. Да. Вот. Получилось, мне кажется, прикольно, что там мы намазали чем? Ну, чем-то вкусным, съедобным. Короче, купленным в магазине, и вот у нас такие прекрасные тут яйца. У нас тут на самом деле все практически натурпродукт. То есть вот кроме какой-то вот посыпки, то есть там яйца свои, тесто сами месили, то есть там, ну, яйца, в смысле, куриные. Ну да. Собственно, я уже разбил это. Да. Вот. На самом деле, круто. Да, друзья, вас я с Пасхой. Да. Не бойтесь творить. Вот так вот вместе, мы дружно. Мы покушаем. Да, да. Попробуем. Кстати, и скажем. Еще покажем вам, как это разрез будет выглядеть. То есть там, это да. Уже, это уже рилсы, смотрите, в нашей... Да. На наших каналах Салкомент Вовдина, Моспечь и Везувий там участвует тоже. Тоже. Все, всем peace and love.